היום לפני שבת אני רוצה להדליק נר נשמה לעילוי נשמת אבא שלי אלכסנדר בן אנדריי לבוס. הוא נפטר באחד ביוני 1983 בבלואזי, ולאימא של חמותי חיה בן אליהו, בת אליהו. Аминь. Я сегодня перед наступлением Шаббата зажгла свечи на память, на возвышение души моему папе. Он умер 1 июня 1983 года. Так как в Шаббат не зажигают, завтра 1 июня, я зажгла сегодня. И у моей свекровки сегодня тоже выходит на возвышение души ее мамы Ханы, дочери Ильяу. Пусть земля им будет пухом. Всего хорошего. Шаббат шалом.